Вот так представители активного поколения спешат за покупками в магазин. Какой? Угадать несложно. Торговая сеть «Фудмаркет» уже несколько лет финансирует программу «Активное поколение», помогая пенсионерам жить на все 100%. А теперь «Фудмаркет» в наши современные будни вернул госцену. В Советском Союзе был такой посыл: молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. И своей акцией мы хотим для всех горожан предоставить продукты по очень хорошим ценам. И вот наши активисты направляются к многочисленным прилавкам фудмаркета. И, конечно, не проходят мимо продуктов с ярко-красными ценниками. Этот знак качества и отличной цены старшие товарищи не спутают ни с чем. Я услышала об этой акции и пришла, закупилась. Цены очень интересные, как в СССР. И еще спасибо фудмаркету, который поддерживает программу «Активное поколение», потому что по этой программе мы для своей группы здоровья закупили спортивное оборудование. Это гимнастические коврики, палки, мячи. Хлеб, молочные продукты, кура, выпечка и лакомства. Давно забытыми ценами охвачены 150 товаров. Акция фудмаркета продлится только до 15 декабря. Активные пенсионеры не стали долго ждать. Поторопитесь и вы. И, как говорится, покупатель, прояви бдительность. Если заявленный в ценнике товар отсутствует на полке, звоните по телефону горячей линии. Даешь СССР. Продовольствие в удовольствие. Екатерина Грициенко, Руслан Семушин. Автограф дня.